Новая жизнь, новая квартира. 11 ребят, оставшихся без попечения родителей, стали обладателями собственного жилья. Торжественная церемония вручения ключей от квартир прошла в администрации Щелковского района. Все квартиры расположены в новостройках в микрорайоне «Солнечная долина». Я вам желаю, чтобы ваша жизнь была полная чаша, чтобы ваши мечты сбылись, чтобы вы обзавелись семьями, растили детей. Я хочу вам пожелать, чтобы в этих новых квартирах, еще раз говорю, у вас образовались счастливые семьи, и чтобы вы своих детей каждый день 17 раз обнимали и 10 раз целовали, смотрели им в глаза и любили их, чтобы они были в этих квартирах счастливы. Мы провели достаточно большую работу, чтобы подобрать вам квартиры довольно-таки высокого качества. Мы подбирали, понимая, что это будет ваша, наверное, очень большая радость. В Подмосковье уже несколько лет действует губернаторская программа предоставления квартир детям-сиротам. С 2007 года уже 87 ребят стали обладателями заветных ключей. Власти на местах, воспользовавшись субвенцией, обязаны найти подходящее для них жилье. В администрации поздравили 11 молодых людей, девушек. Для них это однозначно новый жизненный этап. На 11 этаже. Это мое любимое число, поэтому я рада. Вот, 80-я квартира. Для меня это значит то, что я вступаю во взрослую жизнь, то есть уже полностью сам отвечаю за себя, за свое жилье. Для меня это шаг во взрослую жизнь.